Еще несколько дней назад жители дома номер 4 по улице Арсения наблюдали из окон полувековые липы. Теперь на их месте свежие пеньки. Да и они здесь ненадолго. Первое предположение – власти решили расширить дорогу или разбить парковку возле здания правительства. Как выяснилось позднее, причина в другом. В свое время липы, видимо, по ошибке, были высажены в охранной зоне тепловых сетей в 2019-м, и в Гортеплоэнерго запланировала капитальный ремонт теплотрассы. Поэтому сотрудникам теплосбытовой компании пришлось срубить полувековые деревья. Иного способа отремонтировать подземные коммуникации не было. Югортеплоэнерго сейчас проводит работы по капитальному ремонту тепловой сети, подходящей к дому по адресу улицы Пушкина, 7. Теплотрасса идет вдоль улицы Арсения. Работа выполняется в соответствии с утвержденным планом подготовки города к УЗП, утвержденной администрацией города. Работу планируется выполнить в течение этого месяца. По окончанию работ нарушенное благоустройство будет в полном объеме восстановлено. По месту прохождения тепловой сети будет установлено газонное покрытие, ну и нарушенное